Итак, внимание, Савчик думает, что спрятался вон за той дверью. Но мы-то с вами умнее, ребята, сейчас мы его спалим с поличным. Савчик! А я тебя вижу! Ой! Ты куда? Я не понял! Ты куда делся? Невидимая трава из Бравл Старса! Савчик! Ты чё, меня надурить решил стоять? Ты чё? Подожди, ты стой, Савчик! Сегодня мы вместе с тобой строим испытания друг для друга. Ты для меня, я для тебя, в общем, топовые ловушки, лабиринты и так далее и тому подобное. Ребята, прямо сейчас поставьте лайк, подпишитесь на канал, и я не могу так быстро уже разговаривать. Давайте, ребята, медленнее, можете. Успокоились, взяли, лайк поставили, на канал подписались, а мы с Савчиком полетели строить испытания. Что же, ребята, испытания готовы. Как всегда для вас прошла одна секундочка, для нас прошло минут 30, пока мы их строили. Надеюсь, что вы за старание поставите свои лайки. Не пожалеете, не забудете подписаться на канал. Можете прямо сейчас это сделать, ребята. И я начинаю вам показывать, что же я такого интересного построил. Первым делом Савчику придется найти кнопку. И это будет настолько сложно, насколько вы себе просто не сможете представить. Наверное, даже я бы не так просто отыскал кнопку. Ну, вы знаете, как я умею искать кнопки, да? Можете посмотреть видосы на моем канале, как я кнопки ищу. Да я там их просто как семечки щелкаю, вот так вот на раз-два нахожу. А здесь этого просто не получится сделать вот просто так. Тут есть одна клевая нычка. Я могу вот вам ее чуть-чуть показать. Я вам все не буду показывать. Вы можете попробовать сейчас посмотреть на карту. Смотрите, ребята, давайте я вот на F5 нажму. Да не, вот так вот посмотрю. И вы можете попробовать догадаться, где же тут кнопка. Давайте свое предположение, только не перематывайте. Вообще видео смотрите до конца, потому что будет много всего интересного. Я вам многого не покажу, чтобы вам было интереснее смотреть. И вот тот красный блок, это не кнопка. Это то, на что нужно ставить кнопку. Так что про него не пишите. Ну что же, а мы с вами переходим на следующее испытание. Следующее испытание у нас топовый паркур. Причем здесь у нас лава. Здесь у нас прозрачные блоки. Это, кстати, очень неожиданно, когда ты вот с этого блока сюда вот прыгаешь. Ну ладно, вы сами все увидите, как Савчик будет проходить. Так вот, здесь у нас лава. А здесь у нас просто кислота кислотная. Я даже не знаю, что это такое. Я уже не помню название. Но если ты сюда падаешь, тебе вообще как бы, ну, не поздоровится. У тебя отравление. Дальше Савчику нужно будет пройти вот это испытание. И он попадает вот на это. Очень опасное испытание, потому что снизу какая-то вообще дичь. Я не знаю, что это. Это просто гудрон какой-то, я не знаю. Топленый асфальт. И если он пройдет паркур, он попадает в офигительно сложный и нанотехнологичный необычный лабиринт с ловушками, конечно же, по стандарту. В общем, ребята, конечно, я вам лабиринт не буду показывать. Вы просто смотрите, мы сейчас ждем Савчика, пока он достроит свои испытания, и начинаем троллинг. Савчик, я надеюсь, что ты все построил. Я уже бегу к тебе смотреть, что ж там такое. Чё ты ржешь? Я тебя слышу вообще-то. Где ты, Савчик? Ты дурак, что ли, блин? Мы с подписчиками сейчас капец как испугались. Возможно, даже кто-то описился в штаны, но это не точно. Савчик, пойдем смотреть, что у тебя такое. Это что тут за вентиляторы? Ты мне скажи, так, пожалуйста. Подожди. Я помпоинт поставлю. О май гад. Не трогай, иначе я скину этого коня в бездну. Так, не надо. Ну все, не надо. Я вообще-то мистер Макс сегодня. Ну, короче говоря, тут самое обычное истинное испытание. Попробуй пройди весь лабиринт. Ну, я так-то не хочу. А если меня сдует куда-нибудь, а? Да тебя не вдует, не всыгают это трусиляндры. О! Че? Я нашел... Савчик, я нашел кое-что! То есть я могу... Ой, а здесь уже этого нет, смотри, вот здесь вот есть, а здесь есть? А здесь тоже нет. Иди сюда, ты не тот вход идешь, иди сюда. Ты уверен, Савчик, а что? Да, иди сюда. Давай, иду, ну. Вот тебе нужно пройти прямо вот там, где два вентилятора, короче. Так а тут лава, а там вентиляторы, а это же реальные вентиляторы, если я нажму... Савчик! Тихо! Да. Меня сдувает, да. Я не могу вперед двигаться! Черт! О, все, я отключил. Да. Ой! Вот на тебе. Все, я изи прошел первое испытание. Это было слишком легко. А, не, подожди, я же еще не прошел. Погоди, где тут? О! Вот так вот! Здесь дверь. А ловушек нет никаких, а то мало ли! Ты ж беззубый-то такой! Ушлый, да? Давай, проходи скрип! Ты чё тут замутил, Савчик? Это чё за огромные вентиляторы? Я не хочу их проходить. Ладно, Савчик, давай, пока я пошел. Иди сюда, куда подал стоять, понятно? Ты меня не найдешь, не найдешь меня. Понял, найду. Быстрее. Не найдешь. Нашел? Я уже проходил.
Нет? Это было... Я сам сдался, понимаешь? А нифига, Савчик, да, да, да. Ты где такие блоки взял? Это же так офигительно выглядит. Посмотрите-ка, ребята. Я, короче, зал, там, короче говоря, фонари висели в городе, я их искоммунизил. Да, скоммунизил. А трубы где взял вот эти, я не понял. Ребята, за эти испытания надо точно лайк поставить. Вот прям 100%. Вот вы мои испытания видели? Еще, конечно, не все, но за эти прям надо лайкусик-то запилить. Савчик, давай, кажется, давай. Савчик, ты будь, пожалуйста, моим спампоинтом. Я к тебе тпшнусь, а, пожалуйста. Пожалуйста, спасибо. А, чё? Да ладно, перескочил на одну, и чё, не страшно. Ты офигел. Ты чё это за блоки, Савчик? Где ты такие берешь? Ты чё, читер-то такой? Что это за блоки такие интересные? Это прозрачные блоки, да, отойди, 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 отойди. На них я попадаться больше не буду. Ладно, надо, кажется, каждый блок проверять. Я знаю, как это делать. Чё? А обо что я сейчас ударился? Я сейчас не понял. Это что-то не... Давай, тпшься. Ага, тпшься. Ты меня на невидимый блок решил, да, тпшнуть? На, так, нечестно, спокуха. Давай. Пошёл. Всё нормально, Савчик. Всё нормально, правда, я немножечко шалю. Нет, ты меня ударил. Нет! Да, это было нечестно, Савчик, все. Показалось я. Я тебя понял. На испытаниях-то моих ты вообще офигеешь, понял? Сейчас. Давай уже переходи. Ты дурак. Нафига ты? Спокойно, я просто хотел сделать по тактике, и не получилось. Все, спасибо. Это вообще не тесто. Честно, нормально все, Савчик. А если меня сдует этим вентилятором, я не особо это хочу. Гарантоны было, давай. Опа, здесь двойной прыжок, ты думаешь, я это не пройду? Да изи, Савчик, изи, слишком легкие испытания. Не толкайся, ты слишком большой, понял? Ты толкаешься, отойди в своих трусах, сердечко. Давай, да, отойди. Мне здесь точно нужен двойной прыжок. Ну, на всякий... Нет, не нужен был, но на всякий случай. Давай, стой здесь, ну, потому привет. Что... Я сейчас могу упасть, блин. Тут сложно. А ты упадешь. Что ты тут за фигуру вообще построил? Дурак, что ли, Савчик? Это какая-то странная. Давай, плыгай. Есть. Подожди. Тут четырёха. А это невидимые блоки или видимые? Нет, это невидимые. Это нормальные блоки. Спалился, ты сказал, что они невидимые. Давай проверим. Я хотел сказать, типа, что они видимые. Да? Тогда стой здесь, я к тебе... А я спампоинт поставлю. Вот так. И проверю сейчас. Я сейчас проверю. Да я не буду проверять, мне страшно. Не бей, только... Давай, прыгай. Давай, прыгай. Все, я не буду проверять. Я знаю, что это, скорее всего, невидимые блоки. Давай. А я его сломаю сейчас, понял? Давай, попробуй. Нет, блин, я что, дурак? Он же с лесенкой сломался. Это я не предусмотрел. Я почему-то подумал, что лесенка останется. Ладно, Савчик, давай я к тебе тпшнусь, потому что мой спампоинт уже не работает. Не работает. Понимаешь, Савчик, понимаешь? Да ты опять мне помешал, ты потому что... Я тебе говорю, убери отсюда свои трусы, Савчик, быстрее уйди от меня. Все убрал. Спасибо. Сейчас я... А вот это настоящее. А, ты снова тут невидимые блоки ставишь. Ты что, думаешь, я не видел, как ты сломал лесенку? Да я никого не ломал. Да, я тебя сломаю потом сам. Я ломал стекло. Ты... Ты мне мешаешься, Савчик, ты понимаешь, зачем прыгаешь-то? В смысле, зачем прыгаю? Так, ты невидимую лесенку, что ли, поставил? Так, все, я сейчас включу геймод на счет 3 и пройду испытание. Раз. Нет, все, давай. А хватит меня троллить, Савчик. Да я тут не допрыгну, это нереально, ты что? Да, прыгни. А, так ты блок не туда поставил. Не, я так не допрыгну. Я так не играю, Савчик. А, подожди. Да, прыгни. Нет. Да! Нет! Да! Нет! Давай, я тебе помогу, я тебе раз, помогу. Раз, два, три, давай, Савчик! Три! Ты дурак! Ладно, все, короче, Савчик, отстань от меня. Мне нужен геймод. Ты мне тут подготовил непроходимые испытания. Эй, ты куда? А, ну мне геймод здесь не поможет. Здесь у нас вопросы. У кого больше подписчиков? У Кубика, у Владуса, у Савчика. Ну, давай ты ответишь. Даю тебе маленькую подсказочку. Я тебе даю маленькую подсказочку. Так, у Савчика, думаешь? Так нефта, у кого идет-то? Так, ну ребята, чтобы было больше подписчиков у Владуса, надо что сделать? Правильно, подписаться на канал. Давайте-ка подпишемся прямо сейчас. И обманем Савчика, если это правильный ход. Ты дурак? Ты меня что, надурить решил? Я думал, это вопрос под ковыркой. Ладно, я прошел. Что такое бисектриса?
Вестник Треса, это, наверное, ютубер такой. Это ютубер, думаешь, да? Это ютуберша, да, я тебе говорю, базарит на ютуберша. А может, это стримерша тогда, а не ютуберша? Древнегреческий ученый. А может, стримерша? Давай, давай, стримерша, все. Ладно, какой третий вариант? Крыса бегает по углам, делит угол пополам. Не, ну это вообще какой-то бред, прикинь, что это значит, бисектрица, это что, крыса, бисектрица, да ей, это фигня какая-то вообще. Все, Савчик, я прошел. Так ты офигел! А ты думал, какого цвета первое испытание, нельзя подглядывать через F5. Блин, можно хотя бы чуть-чуть подглянуть, а можно прыжками, а я прыжками буду тогда, а я же летать могу, я могу взлететь. Да ладно, какое цветом цвет, а какие есть, синее, голубое, коричневое, ну смотри, голубое у нас вот здесь, а... Ага. Первое. А вопрос про первое испытание. Ладно, давай я отвечу коричневый. Я потому что правда не... О, красавчик, вообще красавчик. Да, думаешь, красавчик, да? А... Да. Синяя. Я к тебе просто степнулся, Савчик, понимаешь? Я на всякий случай спокойно поставлю. Ты ставь. Не, ну точно не голубое. Тут как бы 100% оставалось синяя, понимаешь? Сколько лет Путину? Чё? 18, 84, 67. Я думаю, 18, я думаю... молодушка. Согласен, да, вообще красавец, да ладно, ладно, я думаю, что 67, да? Правильно, правильно, вау, блин, офигеть, какие красивые комнаты, Савчик. Сколько было вопросов, не включая этот. Так, первый был синий, второй голубой, 4 было, 100%. Так, 5, 3, 4, 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
пример. Ты что, с ума сошел, что ли? Это не пример, я уже думал, это нужно высчитать. Это примерно. 1300, я считаю то, что 1500. Вот эта вот комната, по-любому вот эта вот. 1500, не, у меня 1500. Точно не 1500. Так, 1700, 1300. Я думаю, что вот столько. 1300-1500 видео на канале. Нет, я считаю 700-1300. Ну смотрите, ребята, сможете ли вы за день пересмотреть все видосы? Давайте. Да ладно, шучу. На самом деле их реально больше 1000. Есть! Правильно. Вопрос. Ты дурак? Ты что мне тут задал вообще? Вопрос. Как я должен проходить, ты мне скажи, пожалуйста. Давай, мистик Триса. Это крыса, которая бегает по углам и делит угол пополам. Значит, вот это вот третья комнатка. Ну давай, ты в нее заходи, а я зайду в эту. Есть! Угадал! Испытания пройдены. Да, Савчик, ставлю тебе просто 10 лайков за эти испытания. Они реально очень топовые, ребята. Да, вы можете написать в комментариях, насколько испытания Савчика крутые, сколько вы лайков поставите, да, этим испытанием. А мы пошли на мои испытания. Погнали. Ну что, Савчик, добро пожаловать на мои испытания. Можешь вставать на кнопку, если она тебя не убьет, конечно. Конечно, она тебя не убьет. Значит так, первым делом, Савчик, тебе нужно найти кнопку на этом испытании. Опа, сразу кое-что заметил. Ладно, пойдем сюда. Что здесь у нас? Нормально. Так, ну, здесь вообще какая-то фиговина, на самом деле. Фиговина? Да, так. Нормально. Тут это специальная пещера. Смотри, кнопку тебе нужно найти и взять ее с собой, понимаешь? В поход, так скажем. Взять с собой в поход? В поход. Давай, думай, где, Савчик, может быть здесь кнопочка, а? Так значит, кнопка может быть в каком-то сундуке или в печке. Опа! Блин, да ты, Савчик, что спалил? Так неинтересно. Ты меня обманул! Нет, я тебя не обманул, я тебе не говорил, что кнопка там может быть. Не, в этом столе точно ничего нет, я могу его даже сломать, смотри. Ну, ё-моё. Давай, думай. Здесь, да? Не, здесь просто факел стоит, и всё, даже не рычаг, обычный факел, могу тоже его сломать, если хочешь. Да блин, тут так, Давай дальше, Савчик, где она может быть? Подумай логически, тут есть еще вот один дом, давай. Еще печка. Кнопку на красный... Да, Савчик, да, я же говорю, ее надо в поход, там на красный дом. А, здесь паркур, да? Какой паркур? Нет, ты о чем? Нету здесь никакого паркура. Да, конечно, что ты ничего не понимаешь? Да, ты ничего не понимаешь. Да блин, нашел же ход. Ну ладно, можно кактуса можешь на крышу дома. Но толку от этого будет никакого. Я тебе сразу могу сказать, кнопки здесь нет, Савчик. Я тебе подсказываю. Ты меня обманываешь. Да я тебе подсказываю, правда. Ну вот, забирайся, Савчик. Вот, смотри, вот. Я понял тебя, понял. Я тебе даже лесенку здесь построил. Вот ты нашел вход в дом. Давай, что тут у нас в доме? Печки. Печки, я все печки просматриваю. Давай. А если там взрывная печка? Тихо. Фух, ты последний. Да тут нет, я в тебя знаю, ты по-любому тут не меня. Да, тут ничего нету, кажется, дома. Ну ладно, давай, тут смотри, есть еще река. Может быть, в реке что-то найдешь, а, Савчик? Да не, мне кажется, в реке ничего нету. Уверен, а тут еще маленькая река есть вот сбоку, в углу прямо, а?
Может быть, где, 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 да где, вот, где, вот, где? Вот здесь, Самчик, назад! Вот здесь. Понял. Оп, вот. Может быть, что-то здесь есть? Нету. Нету, нету, согласен. Ладно, давай, уходи отсюда. Да ты где у меня? Блин. Давай, ищи, куда Самчик. Куда это водит? Ищи, ищи, ищи. Значит, блин, на это на самом деле сложно. На самом деле сложно. Я ее расположил так, что ее найти легко, но если ты ничего как бы не знаешь, то ее найти сложно. В общем, она находится настолько просто, что аж сложно. Вот так вот. Подумай. Чё? Ладно, подсказку хочешь? Хочу. Вода. О, колодец. Оп. Опа. Так я вот это колодца. Так, еще. Все, сел. Все, нормально, нормально. Ну, а где кнопка-то? Ну, очень рядом с тобой. Вот два блока буквально, Савчик. Я тебе говорю, забираю, забирай, 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 забирай. Оп, оба, все, красава. И ставь на красный блок. Я же говорю, она находилась капец как просто. Давай, еще раз нажимай, и сейчас, Савчик. Какой нафиг паркур? А что, ты мне паркур делал? Стой, поставь спампоинт, Савчик. Поставь спампоинт, он тебе очень сильно пригодится. Вот ты меня троллил. Получай по заслугам, Грифер. Я тебя не троллил. Троллил, троллил. Ладно, давай, проходи. Мешать пока что не буду, но это пока что. Посмотрим, как проходить так будешь. Так. Я паркур вообще не умею проходить. Опа! Исчез. Какие нафиг прозрачные блоки? Да нет, на самом деле, они здесь даже, кстати, с ними, даже с помощью них легче пройти этот паркур. Давай, можешь ко мне телепортнуться? Да. Не туда телепортнулся, Савчик. Простите меня, пожалуйста, я просто неровно, видимо, стоял, неправильно. Ну что, Савчик, давай еще одну попыточку. Я думаю, что у тебя получится, 100%. Давай, 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 давай. Я не умею паркурить. Опа, а сейчас научишься, сейчас все будет нормально. Я тебе говорю, это очень легко. Тут просто через эти невидимые блоки считай, что я сделал тебе не троллинг, а помощь в паркуре, понимаешь? Ага, помощь, я паркурить побежал. Не умею. Опа. А ты, блин. Да ладно, ладно, чуть-чуть просто затроллил. Чуть-чуть совсем хотел. Тебя ждет уже следующее испытание. Ты че, офигел, что ли? Я тебя сейчас еще раз затроллю. А куда здесь идти? Куда здесь? Вот сюда, Савчик. Только смотри, чтобы это был настоящий блок. Оп! Настоящий, настоящий. Стой, Савчик! Я тебе помог! Да! Я хотел тебя докинуть до следующего испытания. Ладно, давай, иди, ты уже в следующем испытании. Давай проверим, потушишься ты. О, потушился. Смотри-ка, все нормально. Да блин! Только у тебя сейчас отравление, правда, чуточку совсем. Давай, нифига себе, ты ко мне тэпнулся. Вот это ты ко мне решил тэпнуться. Так, спокойно, давай. Тут очень легко, на самом деле, Савчик. Здесь это очень легкий паркур. Его можно пройти с одного раза. Хопа, давай. Я не умею проходить паркуры, поэтому с одного раза. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Все, давай, давай, живи, Савчик, живи. Я могу тебе молочко выдавать, если хочешь. Я живой, всех живы. Хоп. Давай, у меня... Понятно, я этого, конечно, не видел. Я тебе тут могу... Вот, возьми молочко, если что, пей. Ага, спасибо. Да, пожалуйста. Она провалилась вниз. А, да? Да. Давай, давай, прыгай, Савчик. Нормально все. Да нормально, это блок, не сломай. Ты дурак! Да случайно, не случайно. Ну ладно, его сейчас будет сложнее поставить, поэтому прыгай вот от этого. Давай. Так, ну это-то по-любому. Да, да, нормально, он нормальный, Савчик. Нормально, давай, нормально, блок. Все, раз, два, три, о, поехал, поехал. Все, все, дальше никаких ловушек вообще. Даже вот этот блок с лесенкой, он настоящий, Савчик, в этот раз. Давай. Да, да, да. Давай, давай, чуть-чуть. Оп. Да как так-то? Ладно, ладно. О, я прошел, я прошел, я прошел. Спокойно, спокойно прошел. Аккуратно, не прыгай вниз, а то тут угольные блоки снизу, видишь? Так, надо на всякий случай спаунпоинт поставить, а то я тебя знаю. Да, давай, давай. Видишь, это там уголь внизу, не прыгай на него, ладно? А то он взорвется. Да, да, да. Оп, да, да, оп, да. Настоящий. Настоящий, 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 Савчик. Оп. Давай. Нормально. Чуть-чуть, и... чуть-чуть, чуть-чуть. Оле, оп. Так, хорошо. Эй, вот это уже сложно. Да, да, ты как думал, что все легко будет на моих испытаниях? Не-не-не-не, это так не работает. У меня всегда все сложно, понимаешь? Оп. Аккуратно. Вот, нет, вот без зубы в трусах, а давай. Оп, смотри, как Power аккуратненько проходит. Давай. Оп. Давай. Хорошо, оп, все, дошло, смотри. Ладно, здесь будет вообще самый пот. Главное, не упади в уголь, понимаешь? А то уголь внизу это страшная штука. Так, это будет вообще самый эпик. Оп! Оп! Нормально! Сейчас с разбегу, Савчик. Да нормально, здесь нету ловушек, давай. Оп! Опа! Блин, я не успел! Ой, что, в уголь упал, да?
ты дурак. Я ж тебе только-только тэпнул. Я тебе блок не успел поставить, Савчик. Давай, тут чуть-чуть остается. Ну просто немножко, давай. Да, прям ты, совсем чуточку. Так, хорошо, так. Нормально. Нормально. Опа! Да ты иди нафиг! Ладно, все, да все прошло, ты зачем ты ко мне тыпаешься? Я же всегда над воздухом. Оп, все. Я нажал на кнопку, тебя телепортнуло, и ты оказался, Савчик, в самом технологичном лабиринте этой планеты Майнкрафт. И что это такое? Это лабиринт, проходи. Какой нафиг лабиринт? Вот такой, Савчик, давай, проходи аккуратненько. Да ладно, что ты делаешь, что ты боишься-то? Да давай, иди. Оп, нормально. Давай, давай. Дай не бей ты меня! Ну а что ты тут это гуляешь на шифте, я не понимаю. Ой! Ой! Спокойно, ты подожди, практически на том же месте. А что мне нужно найти-то вообще? Ты должен найти выход из него. Ты дурак. Ты дурак, ты еще не понял, что здесь перекресток, так скажем, такой зловещий. Давай. Опа, нормально, нормально. Проверяй же блоки. Давай, давай, иди нафиг. Впереди копы. Впереди копы. Опа, опа. Хоба. Ну чего здесь у нас... Да ты меня бить! Так ты в тупик идешь, Савчик. А может быть, нет. А может быть, да. Ладно, давай, ищи другой ход. Блин, тут тебе еще проходить капец как много. Перекресток, аккуратно, перекресток, аккуратно. Аккуратно, вот, молодец, Савчик. Тут тоже тупик. Тут тоже тупик, здесь ты не пройдешь. Не пройдешь. Ищи другой ход. Ну давай, проходи вот здесь. Здесь, кажется, возможно, правильный ход. Возможно, возможно. Да, Савчик, ты угадал. Иди дальше. Да? Да. А куда дальше-то? Назад, назад, Савчик. Ты бегаешь по кругу. Назад, 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 назад. Да, запутали мы Савчика знатно. Все, давай вперед, проходи, давай. Я овечку слышу, так, оп. Овечку слышишь? Ну здесь нет никаких овечек, понимаешь? Так, Савчик, это путь неверный. Ну ладно, если хочешь, если мне не веришь, можешь пойти. Не, не хочу, не хочу, не хочу. Ну, ты все равно идешь туда, Савчик. Да, блин! Ладно, Савчик, давай я тебе немножечко поближе тебя телепортну к, значит, нашему ху... Оп, нормально, хорошо. А, сейчас, захотел, да? Давай, не туда пошел, назад. Давай туда. Да, блин! Ну, бывает так, бывает, ничего страшного. Савчик на меня обиделся, блин, и вышел из Майнкрафта, а ход был вот здесь. Ну вот же, Савчик, ну тут совсем чуть-чуть оставалось, тут все. Прям пару блоков, Савчик, не плачь, пожалуйста, ребята, давайте вы лайки поставите. Давайте так, вы поставите лайк, подпишитесь не только на мой канал, а еще и на канал Савчика, и тогда Савчик не будет больше никогда плакать. А это был Владус Мармеладус, Савчик, пока, тусы.